Привет, друзья! Сегодня воскресенье, 5 число, и мы все-таки решили не сидеть дома, а выехать, потому что воскресенье обычно мы никуда не ездим, сидим дома, делаем домашние дела. Но мы едем опять в сайн-центр, увидим то, что мы не увидели в прошлый раз. Может быть, будет бамблби. Так что все. Это ужасно на самом деле.